Начинается путешествие. Мы в аэропорту, идем на посадку. Вот берем часы. 2:51. Отдел часов, магазины, а там фонтан, он с потолка льет. Дьюти-фри, различные электротовары, электроника. Мы едем на посадку. Мы прилетели в Марсель. Это аэропорт Марселя. И нас здесь ждет уже машина, сейчас мы до нее дойдем. Аэропорт Прованс. Здесь такая стоянка большая. Пока мы едем на машине, я вам немного расскажу о Марселе. Марсель – это крупный портовый город, второй по численности населения во Франции. Он расположен на юге страны, на берегу Средиземного моря. Марсель – это столица региона Прованс. Площадь его 240 квадратных километров, его немного уступает только Парижу. Возраст Марселя почтенный, он основан более 25 веков назад. Население Марселя 870 тысяч человек. Расположен город на берегу Лионского залива, близ устья реки Роны, с которой город связан каналами. Город располагается ярусами на прибрежных холмах, которые отделяют его от остальной территории Франции. Возле Марселя берег усеян каланками. Это такие тихие скалистые бухты. Здесь прекрасные условия для парусного спорта. Как я говорил, город был основан около 600 года до нашей эры фокейцами. Это греки из Малой Азии. Тогда город назывался Массалия, это по-гречески. По местной легенде, история города началась как история любви Гептиды, дочери Нана, и царя племени лигурийцев, и грека Протиса. Греки высадились на берег Прованса в тот момент, когда царь Нан задумал выдать замуж свою дочь. Для этого он созвал пир, на котором Гептира выбрала бы себе жениха. Именно греку Протису протянула она свой кубок с вином. Пара получила в качестве свадебного подарка часть побережья, на котором они основали город. Назвали его Массилия.
Массалия постепенно становилась крупным процветающим торговым городом и основана многочисленными торговыми факториями. Долгое время независимая республика была союзницей Древнего Рима и нередко прибегала к его покровительству для защиты своих торговых интересов. Но во время конфликта Цезаря с Помпеем Великим в первом веке до нашей эры Массалия поддержала последнего и была захвачена войсками Цезаря, лишилась торговой фактории и самого флота она лишила. Хотя город сохранил свою независимость, но его влияние ощутимо снизилось. В 49 году до нашей эры город завоеван Цезарем. Марсель возродился только в X веке благодаря герцогам Прованса. Крестовые походы способствовали росту торгового значения Марселя, ставшего с тех времен важным транзитным портом. В 1481 году город вместе с Провансом вошел в состав французского королевства. В годы Великой Французской революции Марсель поддержал республиканцев, и гимн Франции стал называться «Марсельезой». Континентальная блокада во время наполеоновских войн сильно подорвала экономику Марселя, но в XIX веке в связи с французской колониальной деятельностью на Востоке и Африке, чему способствовало открытие Суэцкого канала, город ожил. Во время Второй мировой войны Марсель был одним из крупнейших центров сопротивления. В 1944 году Марсель имел стратегические значения для западных союзников, так как был одним из трех портов на Средиземноморском побережье Франции, способным принять транспорт типа «Либерти», обеспечивающим переброску и снабжение союзных войск. Немецкое военное командование осознавало ценность города и порта, и перед капитуляцией в августе 1944 года немецкий гарнизон использовал запасы взрывчатки, чтобы разрушить порт. В городе есть международный аэропорт. Здесь есть крупный портовый комплекс. В 1977 году в городе построили метрополитен, состоящий из двух линий и 24 станций. В городе имеется также трамвайная сеть. Вот мы зашли в столовую покушать. Все, в принципе, есть. Такая маленькая столовая, но здесь все вкусненько. Вот, Роза уже взяла. Вкуснятинки всякие. Сейчас я нахожусь в Марселе. Мы заселились в гостиницу, вот она наша гостиница. Она находится в самом центре. Гостиница старинная, красивая. А здесь очень много других гостиниц. Вот с правой стороны тоже гостиница. И сейчас я по кругу покажу, где мы находимся. Вот это все гостиницы. И даже вот это вот напротив тоже гостиница. Прямо передо мной порт. Много туристов, много групп туристических. Погода хорошая, теплая, немножко облачная, но тепло и очень приятно. Сейчас мы идем гулять по Марселю. У нас здесь два полных дня до того, как мы сядем на корабль. А, я забыл сказать, у нас же впереди еще круиз, и будет много интересного. Я все это сниму, покажу. Сейчас вот покажу вам еще одно красивое здание.
Сейчас я чуть-чуть дальше отойду и поворачиваюсь. Вот, красивое здание. Со скульптурами. Я вот сейчас хочу взять интервью своей подруги. Здравствуй, Розочка. Ура, на Марселе! Как отдыхается? Прелесть. Прелесть. Хорошо? Нравится, да? Ну вот. Марина. Вот, мы пойдем туда, к порту. Сейчас. Все интересное я сниму. Вот здесь вход в метро. Эскалатор работает. А мы идем дальше. В сторону порта. Мы подошли к Марине. Я сейчас сниму такую вот панораму. Сегодня день не солнечный, он пасмурный. Поэтому нет ярких красок. Но все равно приятно. Погода хорошая, теплая. Все раздеты ходят. Вот колокольня, она каждый час отбивает время. Сейчас я ее вот это покажу поближе. А здесь вход в метро написано. А вот Роза моя. Она у меня турист. Самый настоящий. Все интересно. Вот здесь рыбу продают свежую. Стоит запах рыбы. Рыбный запах. Вон свежая рыба. Красивая. Да. А тут есть... Да, это уже день кончается. И вот такие вот мелкие остались. Видимо, по утрам их много. Вот здесь по утрам рыбный базар. Сейчас мы подошли, время уже первый час дня. Они уже сворачиваются, все моют, чистят. И рыбы уже почти не осталось. Ну, посмотрим, если завтра получится, утром подойду, посмотрим. Мы здесь рядом живем. А пока пойду дальше смотреть. Вот паровозик. Такой экскурсионный, возит людей. Он здесь сейчас высадил и, видимо, идет на станцию, где загружается. Есть много экскурсионных автобусов, и есть автобус городской. По городу едет красные вот эти автобусы экскурсионные. Так что, кто сюда приедет, может спокойно ездить на таких автобусах. Даже не надо, может быть, гида заказывать. А вот я вижу, стоит тоже экскурсионный, уже полный с людьми. Экскурсия по городу. Мы видим здесь люди с детьми, взрослые сидят, дети. В общем, очень хорошо. Кораблик. Вот красивое здание старинное. Мы здесь были 22 года назад на этом месте, на этой площади. И вот в той гостинице, как раз вот здесь, вот, мы останавливались. Но разница ощутимая по сравнению с тем, что было. Ощутимая в лучшую сторону. Обратите внимание, какие ажурные здания. Балконы ажурные. Все так это красиво оформлено. Все это старое здание. Вот тоже гостиница написана. Вот наш Йоси корреспондент делает нам хороший фильм. Фильм он нам делает, чтобы все знали, как красиво кругом. Привет! Вот передо мной еще гостиница «Резидент». Идем дальше. Ну, а здесь вот мы видим Марина. Катера стоят. Марина, с той стороны отеля. Здесь все предназначено для туризма.
Отели, отели, вот они, отели. Отели большие, малые, какие хотите. Вот они, вот они, вот они. Названия такие у них смешные. О! Что я вижу? Йосика. Йосик. Ah, j'ai appris des trucs. Quoi? Attends, mais bref. Отдыхает корреспондент наш. Вот отели, отели написано. Резидент. Тут какой-то отель. Беловина какой-то. Ой, как здесь красиво, интересно. Вот еще отель, вот церковь. Очень много туристов и в ресторанчиках сидят, все. Я хочу сказать, вот когда мы были в первый раз, это было 22 года назад, здесь очень много было африканцев. Сидели на набережной, много наркоманов было. И было совсем неприятно ходить, даже как-то страшновато. Зато сейчас все красиво, спокойно, нету никого подозрительного, так что очень комфортно гулять здесь. Роза уже отдыхает, к ней вот подошел товарищ, предлагает что-то купить. Вот на протяжении всей вот этой прогулочной сделаны вот такие вот типа катки, наполненные землей, и вот такие вот оазисы красивые, зеленые. Молодцы. Да, вон стоят горшочки такие вот крупные, как бы. Вот катамаран здесь стоит. Это все прогулочные. Здесь вот станции для посадки. И есть и на катерах, есть на катамаранах. Вот это здание с флагами, я не знаю, что такое, но здание красивое, вон лепнина такая. Вон, смотрите, какая красивая. И рядом вон какая-то башня с часами. И дальше. Идем дальше. Вот я как раз подошел, перед нами экскурсионный автобус и стоянка. Значит, здесь правила такие. Автобус ходит по городу, останавливается на остановках. Каждый желающий может сойти, погулять, покушать, а потом снова сесть на этот автобус или на другой такой же и дальше продолжать движение без дополнительной оплаты. Вот подъехал еще вот такой автобус. Вот, сейчас мы узнали, вот здесь вот книжечку мы взяли, и написано вот 22 евро на одного человека. Это можно хоть 24 часа без остановки. На семью можно, вот можно дешевле, да, 55. На семью 55. И можно по целый день крутить по кругу. Выходи, заходи, это очень интересно. И, ну, это понятно, в каждом европейском городе есть такие автобусы, и правила везде одинаковые. Кстати, мы были в Сингапуре, там то же самое. Мы катались по всему Сингапуру, выходили, заходили, все здорово. И там есть еще, кроме того, наушники дают, и с переводом на 15 языках. Поэтому практически любой гражданин земного нашего шарика найдет для себя свой язык и спокойно может ехать, и смотреть, и слушать. И все идет синхронно, согласно остановок. Вот стоянка Феррари написано. Вот подъехал край. Ну и Марсель. Вон человек сидит на аккордеоне, играет.
Мы зашли в кафетерий, мороженое. Роза взяла себе порцию. Как? Вкусное мороженое? Попробуй. Я не хочу. Вот такая вот стойка здесь. Итальянская, как обычно. Вот пока мы сидели тут мороженое кушали, пошел дождь. Такой мелкий, но мокренький. Мы пока пересидим здесь.